Так, вон там мы внизу оставили большой Имеретинский водопад. Вот это верхний Имеретинский водопад. На кемпинг Имеретинского озера. Иншаллах завтра зайдем там. Здесь переночуем. Так, оставили вазу. Большое Имеретинское озеро. Самое крупное озеро в Карачаево-Черкесии. Озеро Буша. Красота. Это кто такие тут? Чек. Машалла. Ага, знак подали. Озеро Буша. Имеретинское озеро. А вот там. Хасан Кёрнэнды. Там где-то Поднебесное озеро. Сейчас туда идем. Вот эти три самых больших озера рядом друг с другом. Вот это Поднебесное, там Имеретинское и озеро Буша. Затрудняюсь даже, какое из них красивее. Одно красивее другого. Ледники не восстоявшие. Конец августа.
Там тропа есть или вы так по обездорожью? Да, есть, да, уже поднимались. По той стороне? Нет, нет, нормально. Там, если что, озеро тоже есть. Наверх ходили? Да, и наверх ходили, везде ходили. Там тоже озеро есть. Айда, мама, дина. Хвала Всевышнему, что нам дал возможность забраться на такие красивые места, на такие высокие.